Сегодня мы встречаемся с великолепным Хозе Куры. Он удивителен не только потому, что он певец, а это на самом деле дирижер, который поет. Он композитор, он фотограф, он режиссер, он менеджер. Действительно поразительная фигура, которая украшает замечательные фестивали, концерты. Хосе, я представила вас зрителям как человека очень необычного. Вот как. Почему необычного? Ну, прежде всего, потому что вы дирижер, который поет. Тут, Ирина, все зависит от того, что считать обычным. Что считать нормой? Проблема в том, что сегодня норма — это рамки. Мы всех пытаемся загонять в рамки. Это такая чудовищная современная мода. Чтобы каждый сидел в своей крохотной ячейке и не высовывался оттуда. Иначе на него будут показывать пальцами и называть нарушителем спокойствия и принятых норм. Раньше такого не было. Раньше человек стремился охватить знанием весь мир. Взять хотя бы греков. Пифагор был не только математиком, но и музыкантом, спортсменом, философом. Вы много знаете таких людей сегодня? Думаю, нет. Такие люди не умещаются в принятые сегодня рамки. Но если ты человек верующий, то для тебя все твои способности и таланты не что-то свалившееся на тебя случайно, а то, что было неспослано. Неспослано Богом. Это Бог решил, что ты должен всем этим обладать. Я это так понимаю. Поэтому нужно хотя бы попытаться этим даром воспользоваться. Об этом даже в Библии сказано. Ведь в конце тебя неминуемо ждет встреча с тем, кто тебе все это дал. Придется оправдываться за то, с чем ты справился и с чем нет. Если хотя бы попытался, уже неплохо. Как вариант, можно ничего не делать, чтобы не расстраивать своей необычностью человечества. Только вот Бог потом спросит, почему я ведь тебе так много всего дал? И ты будешь, потупившись, отвечать, боялся, что меня осудят. Значит ли это, что человек должен по-настоящему рисковать и верить в то, что он делает? А еще уметь сносить удары, даже когда бьют под дых. Иметь очень грубую кожу. Да. Как говорят итальянцы, нужно, чтобы был волосатый живот. И именно так. Надо быть готовым к драке, к борьбе, если хочешь добиться успеха в разных областях. Потому что если успеха ты не достигнешь, то всем будет все равно. Тебе и слова плохого никто не скажет. Занимайся чем хочешь. Люди начинают нервничать, когда у тебя начинает получаться. Я обожаю этот момент. Для меня это высшее наслаждение, когда я впервые оказываюсь перед новым оркестром. Музыканты заходят в развалочку, усаживаются не спеша, смотрят ехидно, перешептываются. Всем своим видом они показывают. Посмотрим, посмотрим, что может этот тенор. И вот проходит 5 минут. Они на глазах подбираются, понимают, ого, да все серьезно. Обожаю эти 5 минут. И ведь так повторяется с каждым оркестром. Я выхожу, смотрю на них, и тут все начинается. Никуда не деться от этого клише, что певцы, вокалисты — это не настоящие музыканты. Вот виолончелист может дирижировать, это нормально. И пианист может, скрипач может, певец — нет. Это противоестественно. А что вы чувствуете, когда вы одновременно поете и дирижируете? Я об этом часто говорил, но мне почему-то не верят. Я здесь вообще не вижу никакой проблемы. Мне кажется, гораздо труднее дирижировать из-за фортепиано, потому что руки заняты и приходится вести оркестр кивками головы. Ну а когда поешь, руки свободны. А когда вы поете, вы стоите лицом к оркестру или к публике? Нет, всегда лицом к публике. Просто вместо того, чтобы дирижировать, держа руки перед собой, я их держу по сторонам. Английские журналисты как-то написали, что я похож на большую птицу. На самом деле все зависит от оркестра. Если оркестр хороший, то участие дирижера минимально. Оркестр сам следует за голосом певца, почти интуитивно. Ну а если певец при этом еще и дирижер, то вообще все просто. Дирижерские указания практически ни к чему. Вот мы говорили про риск. Я сказал, что рисковать нужно. Но я бы хотел уточнить. Я не рискую, чтобы проверить себя.
Я рискую, потому что верю. Чтобы проверить себя, можно прыгнуть со скалы одному, а не выступать с оркестром, где от тебя зависит куча людей. Прыгать со скалы с кучей людей – безответственная глупость. Страх и риск. К примеру, это ваша знаменитая сцена в последнем акте «Отелло», где вы рискнули и изобразили задыхающегося «Отелло» практически без голоса. Это, кстати говоря, тоже пример крайне необычного решения. Это выглядело необычно, но только потому, что люди не хотят погружаться в детали. А детали таковы. Если человек умирает от того, что его пырнули ножом в живот, как это происходит? Происходит всегда одинаково. Начинается обильное внутреннее кровотечение. Кровь поднимается по трахее с такой силой, что человек просто захлебывается. Он умирает не от потери крови, а потому что захлебывается. Конечно, Отелло это прекрасно знал. Он опытный воин. Он умеет убивать. Когда он наносит себе рану, совершает самоубийство, он точно знает, как все будет происходить. Поэтому он вонзает нож и не выдергивает его, пока не скажет последние слова. Ведь как только он вырвет нож из раны, он начнет захлебываться. Это даже музыка подчеркивает. Он вырывает нож. Ха! Это ха не оргазм, а нестерпимая боль от вырванного из тела ножа. Верди это делает гениально. Все. После этого начинается внутреннее кровотечение. Он уже практически не может говорить. Петь последние фразы ни в коем случае нельзя. Он захлебывается. И певец должен захлебываться, если хочет реалистично изобразить эту смерть. Вы спросите, а как же красота вокала? На это я обычно отвечаю, что я только что на протяжении 3 часов доказывал, что умею красиво петь. В эти последние мгновения на сцене я должен доказать, что умею еще и красиво умирать. Для этого приходится идти на риск, потому что многим это не нравится. Насколько я помню, один из ваших девизов – это слова Верди. Опера – это не бельканто, опера – это музыкальная драма. Верди говорил это не об опере вообще, а именно о своей опере. Он сказал так: «Музыка, которую я пишу, это не бельканто, а музыкальная драма, мелодрама. Драма, рассказанная музыкой через мелодию». Это то, за что Верди боролся всю жизнь. Смешно, когда говорят про бельканто Верди. И ведь не только говорят, но и пишут. Я даже видел статьи, где всерьез говорилось о бельканто у Леонкавалла. Ребята, вы вообще о чем? Леонкавалла – композитор-верист. Между веризмом и бельканто – пропасть. Вот раз,
Потом я понял, что некоторые люди, пишущие о музыке, думают, что бельканто — это просто красивое пение. Они не знают, что это стиль. Мы живем с вами во времена, когда каждый мнит себя экспертом. Прочтет пару строчек в Википедии и садится сочинять колонку или писать рецензию. Каждый зарабатывает как может, это понятно. Но почему никто не думает, какой вред это приносит публике? Меня это просто выводит из себя. Так же, как и привычка, к сожалению, очень распространенная, не видеть за стилем, эпохой, живого человека. Ведь всякую музыку написал кто-то живой и конкретный. Один пример. Как-то с одним из оркестров мы репетировали Баха. В какой-то момент я попросил их добавить глубины, на что музыканты мне дружно возразили, что это невозможно, потому что это будет не соответствовать продуманному ученому стилю Баха. Тогда я спросил: «Господа, а вы вообще знаете, сколько у этого ученого Баха было детей?» «Нет?» «Так вот, их было 21, и 18 из них от одной женщины. А вы знаете, как появляется 18 детей?» «Я знаю только один способ. И вы мне будете говорить, что этот парень был беспристрастный ученый-сухарь, что у него был недостаток либидо и тестостерона, потому что, видите ли, это Бах. Простите, но не следует изменять духу композитора. Это куда хуже, чем нарушать стиль, потому что музыка — это в первую очередь человек, который ее написал». А как отреагировали музыканты? В вашем примере с Бахом. Они поняли, что вы имеете в виду? Они осознали, что да, это был живой человек, и сыграли, как вы хотели? Знаете, на самом деле люди в основном все очень хорошо понимают. Только у них стоит эмоциональный блок. Например, музыканты блокируют свои чувства к композитору. Им кажется, что так они оберегают себя, гармонию своего внутреннего мира. Но это ошибка. Если ты человек с заблокированной эмоциональностью, то и физиологически ты закрыт. Значит, это те люди, которые не терпят никаких прикосновений, поцелуев при встрече. Они мгновенно отстраняются. Они испытывают страшный дискомфорт к своему телу, к своей сексуальности, чувственности. Такие музыканты все свои комплексы проецируют на музыку. Их очень трудно раскрепостить. Им приходится отказываться от очень глубоко укоренившихся привычек. Я всегда говорю: используй музыку для выражения того, на что ты не осмеливаешься в личной жизни. Так ты сэкономишь кучу денег на визитах к психологу. Посвятим пару минут вашему детству и юности. Ваши родители отправили вас заниматься на рояле. Обучение завершилось письмом от преподавателя о том, что вы недостаточно талантливы. Нет, там было сказано, он не проявляет должного интереса. Он не проявляет интереса. То есть 7 лет вы вернулись домой и могли спокойно играть в регби, футбол и ни в чем себе не отказывать. А что случилось, когда вам исполнилось 12 лет? В 12 лет со мной случились гормоны. Я перешел в среднюю школу, и там был один парень, который играл на гитаре. Девчонки от него не отходили. И я подумал, что мне просто необходимо тоже научиться, и как можно скорее. И я научился. Начал играть Beatles, Carpenters. Это было тогда модно. Ну а потом в один прекрасный день подошел к отцу и сказал: «Слушай, мне кажется, просто играть на гитаре несерьезно. Хочу по-настоящему учиться музыке». Так все началось. А рояль? Вы продолжали играть? Нет, никогда. Фортепиано и я — две разные вселенные. Я, конечно, проходил общий курс в консерватории, как все музыканты, но не более. Совершенно не умею играть. Гитаристы вообще ненавидят фортепиано.
Почему? Потому что два этих инструмента — полная противоположность. Во-первых, ногти. На фортепиано нельзя играть с длинными ногтями. В консерватории меня даже из-за этого заставили ногти подстричь. А для гитариста обрезать ногти — все равно, что для пианиста отрезать пальцы. Думаю, это основная причина, почему гитаристы ненавидят фортепиано. Из-за ногтей. Еще и техника совершенно другая. Но я признаю, что фортепиано — мощнейший инструмент. Если ты настоящий пианист, ты можешь делать волшебные вещи. Вы поступили в консерваторию в Буэнос-Айресе? Нет, в Росарио. В Росарио? Да, в своем городе. Это ваш родной город. Он большой? Большой. Может, по российским меркам и ничего особенного, но по европейским вполне. Население Росарио около миллиона. А кто же дал вам этот замечательный совет стать вокалистом для того, чтобы быть лучшим дирижером? Директор консерватории. Моими основными предметами были композиция и дирижирование. Но к ним прилагалась куча всего дополнительного, в том числе вокал. Я изучал тромбон, флейту, литавры, скрипку, ну и вокал тоже. Как-то раз у меня был урок, и я что-то пел в классе для своего педагога. И тут дверь распахивается, и входит директор. Спрашивает: «Кто это сейчас тут пел?» «Я». Думал, он ругаться начнет, а он: «У тебя отличный голос. Ты должен петь». Я говорю: «Не хочу, я буду дирижером, композитором». Он в ответ: «Ты должен петь, даже если не собираешься стать певцом. От этого ты даже дирижером лучшим станешь». И это был один из лучших советов, что я получил за свою жизнь. Поэтому, когда про меня говорят «вокалист, который стал дирижером», я буквально подпрыгиваю: «Господи, но все же наоборот, я дирижер, который случайно стал еще и вокалистом». В свое время вы победили на конкурсе «Опералия» Пласидо Доминго. Первое место, гран-при. Явилось ли это трамплином в вашей карьере? Когда я победил в «Опералии» в 94-м, моя карьера уже неплохо развивалась на протяжении 3 или 4 лет. Конкурс мне дал другое. Сегодня этим, правда, никого не удивить, но тогда было другое время. Наши выступления транслировались на весь мир. И не только выступления, все, что там происходило. Это значит, что за 5 минут я приобрел известность, которую иначе мне пришлось бы зарабатывать лет 10. Сегодня, в эпоху интернета, это звучит смешно. Сегодня прославиться проще простого. Не просто стать профессионалом. Почему-то многие думают, что тот, кто известен, тот и профессионал, но это не так. В результате мир заполонили самовозвеличившиеся самозванцы. И это во всех областях. Недавно, пару дней назад, мне попалось отличное интервью с Клинтом Иствудом по поводу выхода очередного его фильма. Иствуд говорит: «Я диву даюсь. В мои времена, когда я был начинающим актером, мы работали день и ночь до полного изнеможения, чтобы доказать, что чего-то стоим. Сегодня молодые актеры вместо того, чтобы работать, обложились компьютерами и бесконечно что-то рассказывают о себе в соцсетях и фото выкладывают». А еще Иствуд сказал, что 99% новых людей в кинобизнесе, которых все считают профессионалами, это не люди с профессиональным актерским образованием, а победители всевозможных телешоу. Это не я придумал, так говорит Клинт Иствуд. Он великий, и ему 90 лет, врать ему незачем. Современная индустрия развлечений присваивает статус авторитета не тем, кому есть что сказать, а тем, у кого миллион подписчиков. Так появляются так называемые лидеры мнений. Мне может кто-нибудь объяснить феномен популярности Кардашьян? Нет, я, конечно, рад за нее. Девушка зарабатывает кучу денег на идиотизме людей. Только восхищаться можно. Но все-таки, если всерьез, постоянно приходится лавировать среди всего этого ширпотреба. Вот она жизнь, а мы тут с вами парим в духовных высях, ведем разговор о классической музыке.
Вернемся к опералии. Вы на телевидении, 94-й год. Это действительно помогло вам найти хорошую работу? Это же тоже был риск. Вы просто взяли и продали все в Аргентине и переехали в Верону всей семьей. Я могу себе представить, что это такое. Наша история где-то похожа, потому что в середине 90-х многие советские люди переезжали на Запад. И отношение было такое. Вроде бы все неплохо, но ты все-таки не из той высшей категории. А к латиноамериканцам относились так же? Маленькая иллюстрация. В то время меня все бесконечно спрашивали, как так получилось, что все лучшие теноры вдруг оказались из Латинской Америки. Я обычно отвечал вопросом на вопрос. Если бы три лучших тенора были из Италии, вы бы также удивлялись? Или один из Италии, другой француз, а третий немец? Да вам бы и в голову такой вопрос тогда не пришел, потому что от него за милю разит высокомерием и ксенофобией. Тогда это всех страшно нервировало, что трое или даже четверо лучших теноров из Латинской Америки. Марсело Альварес, Рамон Варгас, я и еще Флорес. Но Флорес все-таки помладше, он тогда только начинал. Я говорил: «Это правда вас так удивляет?» Тогда Европа вообще была как Диснейленд. Все жили в сказке и не знали проблем. Местным вообще не нужно было напрягаться. Было достаточно того, что ты европеец. У них от рождения было все. Ну а если что-то пойдет не так, папочка поможет. Нам же, латиноамериканцам, как и русским в 90-е, проигрывать было нельзя. Каждый день мы должны были только побеждать. Не победим, ляжем спать на голодный желудок. Речь вообще не шла о славе, а только о выживании. И это давало особое ускорение, особую энергию, злость. С русскими было так же. И им это тоже помогло. Вот почему в мире тогда появилось так много латиноамериканских и русских вокалистов. Я знаю многих русских. Когда они становятся звездами, это другой разговор. Но когда начинали, соглашались на любые условия, любую работу, лишь бы она была. С другой стороны, я знаю многих своих европейских коллег, которые без достойной, как им кажется, оплаты пальцем не шевельнут. Два принципиально разных подхода. С оркестрами то же самое. В России или в бывших советских республиках есть десятки очень хороших оркестров, укомплектованных отличными музыкантами. Многие из них готовы идти на любые жертвы, чтобы развиваться, идти вперед. А вот в Италии или Испании полно не бог весть каких оркестров, которые с места не двинутся, пока им не обеспечат турне по высшему разряду, с хорошими гостиницами, отдельными комнатами для всех. Я это не в порядке критики, просто объясняю, как все устроено. Помню, как несколько лет назад работал в одном театре, где оркестр что-то не устраивало, и музыканты стали угрожать забастовкой. Директор попытался договориться. Ничего не получилось. И он тогда сказал: «Окей, хотите бастовать, бастуйте. Но только я прямо сейчас беру телефон, звоню одному оркестру из Восточной Европы. Они будут здесь завтра, без всяких капризов, отыграют и вернутся обратно». Ну и забастовка, как-то не начавшись, закончилась. Вас никогда не пугал кроссовер? Я начал петь кроссовер, когда еще был тинейджером. Поп-музыка, спиричуэл и все подряд. А вы продолжаете исполнять такие вещи? Да я и не прекращал никогда. Считаю, что профессиональный вокалист – это просто очень хороший инструмент, как рояль Стейнвей или Бёзендорфер. Ну или скрипка Страдивари. На Страдивари же можно сыграть как Шостаковича, так и Битлз. Звучание инструмента от этого хуже не становится.
Мне кажется, хороший вокалист тоже должен так уметь. Важно только владеть разными стилями. Вы никогда не будете петь по-русски? У меня было несколько раз такое искушение. Очень хотелось спеть в «Пиковой даме». Но в итоге не решился. Очень боюсь русского языка. Боюсь петь на языках, которые не знаю. У меня репутация человека, для которого актерская игра не менее важна, чем вокал. И это потому, что я не пою на языках, которые не знаю или знаю недостаточно хорошо. Это мой принцип. Здесь мы вступаем на территорию Станиславского. Можем поговорить о подтекстах, особой ауре каждого слова. Например, когда я слышу или произношу испанское «пан», «хлеб», у меня возникают образы. Утренние тосты, воскресенье, мама готовит завтрак. Повсюду чудный запах, множество смыслов, ассоциаций, воспоминаний. А если я слышу немецкое «брод», то во мне все молчит. Мое сознание на него не реагирует. А публика такие вещи чувствует мгновенно. Хосе, вам нравится быть режиссером? Вы уже ставили несколько опер. А какая вам ближе всего? И какую вы собираетесь поставить в ближайшем будущем? Трудно выбрать что-то одно. Вот, например, «Отелло» — одна из моих любимых вещей. «Отелло» я уже поставил 6 лет назад в Театр Колон. Судьба была ко мне благосклонна, подарив мне своего личного «Отелло». А еще я страшно горд, что смог поставить Питера Граймса, Бриттона. Эту оперу ставят очень редко, а латиноамериканские режиссеры ставят даже реже редкого. И потом у меня был разговор с одним английским менеджером, который сказал: «Я бы с таким удовольствием привез твоего Питера Граймса в Лондон». И добавил: «Но, боже, у тебя такой чудовищный акцент». Я ответил, что он, наверное, просто не слышал, как английские вокалисты поют по-итальянски. Так можно дойти до абсурда. Только итальянцы будут петь по-итальянски, только англичане по-английски и только немцы по-немецки. Опера просто погибнет. Я всю жизнь мечтал поставить Питера Граймса. И когда мне представилась возможность стать одновременно и исполнителем, и режиссером, я сказал, что рискну. Это был очень-очень большой риск. Но вы же любите трудности. Обожаю. Я как акула, почуявшая запах крови. Тот риск оправдался. У той постановки в Бонне успех был колоссальный, но еще больше я горжусь своей постановкой Питера Граймса в Монте-Карло. По одной простой причине: кроме меня там были одни англичане. А чем вы планируете заняться дальше? Я знаю, что вы не любите говорить о планах на будущее, но все-таки. Совсем недавно я стал главным приглашенным артистом Hungarian Radio Art Group, объединяющий оркестр венгерского радио, хор и детский хор. Мы планируем с ними записать мою ораторию «Эко Хомо» — «Сей человек», которую я написал, когда еще был совсем молод, в конце 80-х.
Прежде она никогда не записывалась. А, я помню, у вас еще были композиции на стихи Пабло Неруды. Это другая вещь. Цикл песен на стихи Пабло Неруды я тоже написал много лет назад и регулярно исполнял их на своих концертах. Но это все прошлое. В будущем мои планы в основном связаны с окончанием моей первой оперы. Сейчас я заканчиваю сочинение. Это будет комическая опера. Согласитесь, такого меньше всего ждешь от человека, десятилетиями зарабатывавшего на хлеб, убивая сопрано на сцене. Музыку я написал. Сейчас заканчиваю оркестровку. По стилю это необарокко, поэтому и оркестр небольшой. 40-45 музыкантов. Что вас вдохновляет? Я знаю, что вы увлекаетесь фотографией. Видимо, у вас очень острый глаз. Вы видите и замечаете все вокруг. Как фотограф я дилетант. Не претендую быть профессионалом. Для меня это хобби. У многих артистов есть хобби. Нам это нужно. Способ уйти от повседневности. Кто-то рисует, кто-то хорошо готовит. Например. А вы готовите? Повар я неплохой, а вот художник ужасный. Фотография – мое спасение. Она мне помогает пристальнее всматриваться в мир вокруг. Для артиста это очень полезный навык. Когда я готовлюсь к спектаклю, я с фотоаппаратом ищу вдохновение. Пытаюсь поймать какие-то жесты, движения, детали. Альбом, который я опубликовал, именно об этом. Это не просто фотографии, а мое видение мира. Ко мне тогда обратился один швейцарский издатель. Говорит: «Маэстро, мы хотим опубликовать книгу, книгу ваших фотографий». Я спрашиваю: «Зачем? Кому они нужны? Там ничего особенного, никакой техники, просто фотографии, которые мне показались удачными». А он мне сказал в ответ очень интересную вещь. «Дело не в фотографиях, а в вас. Есть публика, которая вас обожает или ненавидит. А значит, есть множество людей, которым интересно понять, как именно вы видите окружающий мир». Я знаю, у вас много партнеров из России. Вы работали с Дмитрием Хворостовским. Дмитрий Хворостовский. Знаете, с Димой мы в последний раз встречались здесь, в этом же отеле, где мы с вами записываем интервью. Я тогда приезжал на день рождения Образцовой, и мы с ним встретились, чтобы позавтракать вместе. Позавчера, как только приехал, я пошел туда и сел за тот же стол. Эмоции нахлынули, и я даже отправил сообщение его семье. Боже, я сижу за тем же самым столом. Дима был жестким парнем, не каким-то маменькиным сынком, а настоящим бойцом с набитыми кулаками. Но он был жестким парнем с большим и очень добрым сердцем. На самом деле, если ты не боец, на сцене тебе делать нечего. Таких бойцов, как Дима, я мало встречал. Может, дело в его непростом детстве или еще в чем-то, я не знаю. А еще он умел дружить по-настоящему, по-русски. Когда ты его встречал, это было не просто «привет-привет», а настоящие медвежьи объятия, от которых кости трещали. В его объятиях была мощь ядерной бомбы. Потрясающе. А есть такой человек, к мнению которого вы прислушиваетесь, который может сказать вам правду? Этот человек – моя жена. Мы с ней вместе уже 40 лет, но она не музыкант. Поэтому ее замечания вряд ли будут касаться музыки. Хотя музыку она слушает вот уже 40 лет. И за это время у нее развился инстинкт, которого нет у многих профессионалов. Ее мнение для меня очень важно. А еще у меня есть несколько ближайших друзей, которым я давно прямым текстом заявил: «Ребята, даю вам полное юридическое право как следует дать мне под зад, когда поймете, что мне пора валить со сцены». Эти люди – телохранители моего достоинства. Я
прекрасно понимаю, что скорее рано, чем поздно, как вокалист, я закончусь. Мне уже 56. Я понятия не имею, сколько еще смогу петь, но точно меньше, чем уже пою. Это только дирижеры и режиссеры с возрастом повышают свое качество. В этом смысле мне повезло. Мне не суждено пережить то ужасное чувство, когда артист осознает, что он стоит на сцене в последний раз. В последний раз видит занавес. Видеть, как закрывается твой последний занавес, убийственно для любого артиста. Это ведь значит, что в следующий раз, когда будут вызывать на бис, ты будешь в зале. По ту сторону занавеса. Это убийственно. Убийственно. И в этом плане я трус. Признаюсь публично. Внимание, слушайте все. Я трус. Я не хочу при жизни провожать свой последний занавес. Но я счастливый трус. Потому что могу дирижировать и сочинять музыку до последнего вздоха. Хосе, огромное вам спасибо. Это было просто великолепно. Это была прекрасная беседа. Я получил огромное удовольствие. Надеюсь, еще увидимся. Ведь у меня есть одна давняя мечта. Одно из важных недоделанных дел. Россия — единственная большая музыкальная страна, где я не выходил на сцену в полноценной опере. В прошлом году, на дне рождения Ольги Бородиной, мы ставили концертную версию «Самсона и Далилы» в Мариинском театре. Но так, чтобы в костюме, в гриме, в настоящем спектакле, этого в России у меня еще не было. Думаю, мне непременно нужно это сделать, пока я не закончил петь. Обязательно, давайте это устроим. Хосе, всегда добро пожаловать в Россию. Спасибо, дорогая.